12 сентября в области во второй раз пройдет День отца. В пятницу в 19:00 на Красной площади всех пап поздравит народная артистка России Надежда Кадышева. Тематические мероприятия, выставки, шахматные турниры пройдут в каждом районе области и каждом округе Курска. 11 сентября в горадминистрации вручат медали «Во славу отцовства». Папа нужен каждому ребенку. Его роль огромна. Вот главные идеи праздника. Сейчас самые активные главы семейства объединяются в советы отцов. Эти организации создаются на уровне детсадов, школ и даже муниципальных образований. В прошлом году на первом форуме отцов у пап появился свой кодекс. Однако проблема неполных семей остается актуальной. В Курской области проживает более 135 тысяч семей. Из них 17 почти с половиной тысяч, это без учета города, это неполные семьи. Более 9 тысяч семей – это семьи, в которых детей воспитывает одна мать. Нужно сказать, что почти 500 семей, где детей воспитывает один отец. Активная пропаганда семейных ценностей дает положительные результаты. Например, за 8 месяцев этого года рождаемость в области выросла. На свет появилось на 76 маленьких курян больше, чем годом ранее.